Инициативы и задачи, озвученные на 29-й сессии Ассамблеи народа Казахстана, сейчас активно обсуждают в обществе. Свое мнение по этому поводу высказали представители этнокультурных объединений. Они считают, что на фоне межнациональных конфликтов, которые не утихают в мире, опыт Казахстана заслуживает тщательного изучения. Действительно, за эти 30 лет вот это детище Назарбаева, которое он создал, он запустил его на орбиту и с честью передал в руки нашего второго президента, господина Токаева, который начинает эту работу в условиях очень сложного мира. Надеемся, что Казахстан выйдет с честью из болезней всяких. И действительно, алга, Гульденебер, Казахстан. Тот патриотизм, который у нас есть, он должен укрепляться каждый день. И консолидация общества, подтвердил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, да, она является основой патриотизма. Поэтому, как высказался один из молодых выступающих, любовь и патриотизм нашему государству должен быть в сердце каждого гражданина Республики Казахстан.